С давних пор бытует поговорка: на Руси две беды – дураки и дороги. Можно ли от них избавиться? Остановимся на дорогах. И попробуем в нашей программе разобраться, в каком состоянии современная дорожная сеть Чувашии. В эфире программа «Наша Республика. Главная тема». На сегодняшний день в республике протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет более 12 тысяч километров. Из них 300 километров федерального значения, 1500 километров регионального и межмуниципального значения, 10 400 километров местного значения. Дорожное хозяйство республики огромно. Транспортные артерии связывают большинство населенных пунктов Чувашии. По плотности дорог с твердым покрытием наша республика занимает второе место в Приволжском федеральном округе. Состояние их разное. Около 98% сельских населенных пунктов на сегодняшний день обеспечены дорогами с твердым покрытием. Тем не менее, еще есть населенные пункты, которые не обеспечены благоустроенными дорогами, что затрудняет возможность оказания скорой медицинской и пожарной помощи и других необходимых услуг жителям сельских населенных пунктов в период распутицы. Ситуация находится под усиленным контролем со стороны республиканских властей. Работы по улучшению дорог ведутся каждый год, и объемы затраченных средств сохраняются, а в некоторых случаях и увеличиваются, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Поэтапно, пошагово мы сейчас то, что сделали, это радует и наше население, и радует те люди, которые живут на квартирных домах. Конечно, счастье не все получили. Вот кому-то придется подождать. Но по городским округам программа действующая актуализирована. В течение 5 лет в городе Чебоксары, в течение 3 лет практически работа завершим. Потому что там уже на уровень 76% вышли. 76%, вот да. Мы начали в городе Чебоксары в 2011 году. Вот за 5 лет вышли на 76%. Осталось 24%. За 3 оставшиеся года мы все решим, все разрешим практически. Дороги Чувашии – один из приоритетов развития региона. Хорошим подспорьем для региональных властей станет проведение в 2018 году в России чемпионата Европы по футболу. По своему географическому положению наша республика находится между городами, где будут проходить этапы чемпионата. В связи с этим все федеральные трассы будут приведены в соответствие с нормами. Что касается региональных дорог, то глава республики Михаил Игнатьев уверен, что в ближайшие годы проблема плохих дорог для Чувашии перестанет быть актуальной. Благодаря поддержке правительства России и региональных властей в Чебоксарах ведется активное строительство новых магистралей и развязок, что мы с вами наблюдаем каждый день. Опоры Московского моста растут на глазах. Важнейшая для Чебоксар дорожная развязка Фучика-Айги в стадии завершения. Хотим отметить, что здесь дорога уже использует все современные технологии. Есть очистные, и сбрасываться в Волгу уже будет очищенная вода всего микрорайона. Ну и используя современные технологии, также ШМА, тротуары, велодорожки для этого микрорайона, ну и, наверное, горожане здесь могут пользоваться. И, конечно же, двухуровневая развязка очень важна для микрорайона Богданка. Видим, что старые дома, аварийные дома, они сносятся, и на месте них тоже появятся новые дома. И важность этой дороги все больше и больше значения приобретает. Помимо дорог, большое внимание уделяется состоянию мостов на территории республики. Для ремонта мостовых сооружений разработаны и применяются новые материалы и технологии гидроизоляции, прогрессивные конструкции деформационных швов и многие другие современные методики. Примером может служить мост, что переброшен через реку Сура в Ядринском районе. Несколько лет ремонт этого сооружения практически не велся, несмотря на выделенные средства. Были проблемы с исполнителями. В начале этого года подрядчик был изменен, и это положительно сказалось на ремонте моста. Этот мост очень важен для города Ядрина, Ядринского района. Действительно, Владимир Николаевич, была проблема. В аварийном состоянии мост был. Сейчас работы идут. И как справляются подрядчики, когда закончим? Подрядчик. Последний конкурс, конечно, хороший подрядчик попался. В общем, в начале сентября завершим. Республика средства выделяет. Весь объем сразу проплачивается. Первой декаде сентября, возможно, даже до выборов, мост будет сдан. То есть двухсторонняя дорога будет открыта. Я бы, конечно, хотел слово благодарности сказать лично вам, Леонид Ильич, за то, что вы
помогли в свое время, пролоббировали этот вопрос. Я обращался к вам. Михаил Васильевич, конечно, очень большое дело сделал. Поэтому ядринцы, я думаю, только рады будут этому. У всех на слуху такие понятия, как ремонт на сезон и асфальт смыло вместе со снегом. По оценкам специалистов, низкое качество асфальта объясняется тем, что в ходе содержания автомобильных дорог подрядными организациями при выполнении работ по устранению дефектов, мелких повреждений покрытия не соблюдаются требования технологических схем к выполнению работ, температурных режимов, применяемым материалам и многим другим. Для исправления ситуации с нынешнего года в республике изменился подход к качеству и проверке качества дорог. В частности, в городе Чебоксары по инициативе городских властей изменился срок гарантийного ремонта заказчикам тех дорог, что они строят и ремонтируют. На каждом объекте будет работать строительный контроль. Подрядчик будет отвечать за качество и устранять недостатки в течение гарантийного срока за свой счет. Это обусловлено тем, что улучшить качество работ, которые выполняются по ремонту дорог, ну и ответственность подрядчиков перед городом, перед жителями по качеству дорог. Вот вы как практик, можно вопрос вам задать, да, как строитель дорожный? Скажите, пожалуйста, вот какого качества должна быть работа, чтобы вот дороги были 20 лет гарантии, 25 лет гарантии? Ну, на такой срок не выдержат сами материалы. Когда будут современные материалы, которые могут это выдерживать, в такой срок и при интенсивности движения, то тогда может быть и 40 лет. Глава города Чебоксары Леонид Черкесов практически ежедневно проводит рабочие встречи с жителями города, и это неспроста. На сегодняшний день план по ремонту дорог и внутридворовых территорий составлен именно по запросам горожан. Они же помогают властям следить за качеством ремонта и строительства дорог. Вот и на этой встрече жители высказали свои претензии к строителям, которые, по мнению жильцов этого дома, сокращают и так узкие проезды между их домами. А вы следите, я тоже им говорю, сейчас надо сделать. А мы будем следить. И вот еще теперь больной вопрос. Вот теперь у нас бордюры передвинули на 15 сантиметров, согласно ГОСТам, ОСТам, все. Теперь у нас сузили вот эту дорогу. Теперь у нас грузогабаритный мусор, приезжает большая машина. Она у нас и так-то еле умещалась. А вот тут, подождите, вот у вас тротуар будет тут? Будет, я потом тротуар говорю, большое спасибо нам сделали. Нет, 55 сантиметров был грузовик. У нас 55 сантиметров был. Вот сейчас мы тротуар пошире будет, для вас коляска, чтобы пройти. Вы не переживайте, там машина будет проезжать. Если не было бы, никто бы это не принял. Когда наказы от вас получили, да. Мы же исполняем. Исполняет, да. Наконец-то услышали. Конечно, спасибо вам много большое. Еще чего, чтобы услышали. Ну, человек, наверное, так устроен. Палец дай, руку отхряпает. Чебоксарцы отмечают, что в последние годы власти обратили внимание и на дворы, и внутридворовые территории. Более 70% их уже отремонтировано. Дело за малым. По словам Леонида Черкесова, до 2017 года все дворы в столице Чувашии будут отремонтированы. А к строителям новостроек предъявляются требования по благоустройству территорий уже во время строительства. Жители же Новочебоксарска отмечают, что в городе в этом году начались масштабные ремонтные работы на дорогах. Состояние дорожного покрытия в этом крупном республиканском городе давно уже вызывало вопрос. Когда же их будут ремонтировать? Ответ они могут увидеть уже сегодня. Власти республики выделили большую сумму из бюджета для приведения дорог Новочебоксарска в должный вид. Мы вот по Новочебоксарску, сегодня я еще раз сказал, за 5 лет завершим благоустройство дворовых территорий и подъездных путей. С одной стороны, город молодой, но на это не обращали внимания 30-40 лет, 50 лет. Мы за эту работу взялись. И пошагово, поэтапно выполняем. Нас поддерживают в этом вопросе депутаты и Государственного совета Чувашской республики, и депутаты городских собраний и собраний депутатов района. Огромным подспорьем для республики стала организация дорожного фонда. В отличие от многих регионов, в нашей республике средства, которые аккумулируются в нем, уходят только на поддержание и развитие дорог Чувашии. По заверениям республиканских властей, ни один рубль не уходит не по назначению, только на дорожное строительство. Помимо средств дорожного фонда, помощь Чувашии в развитии транспортной инфраструктуры оказывается и со стороны федерального центра. Хорошо то, что практически все населенные пункты республики, связанные между собой с федеральной сетью и региональной сетью дорог, дорогами с твердым покрытием, хотя и они тоже требуют уже ремонта, но в любом случае есть еще одна программа, по ней тоже в этом году республике предусмотрены средства, это программа развития села, государственная программа, и деньги на развитие сельских дорог. Сегодня мы свои обещания выполнили. Здесь никаких спекуляций
не может быть, что там глава республики Игнатьев обещал, по тем временам еще президент не выполнил свои обязательства. Да, мы на Чебоксарске позже начали. И в Алатыре, и в Шумрале, и в Канаше позже начали. Но работа начатая, мы всегда завершаем. Каждое начатое дело мы завершаем. Вот это самый главный принцип нашей работы. Работать чуваши умеют, и работы не боятся. Как мы с вами уже знаем, власти ставят своей работе вполне понятные и простые задачи. Одна из них – связать все населенные пункты республики в единую современную и комфортную дорожную сеть. Уже выполняется. Другая – ремонт внутридворовых территорий. В Чебоксарах эта задача уже выполнена на 70%. Строительство новых дорожных развязок и мостов уже в процессе. А нам с вами в скором времени предстоит стать свидетелями изменений в развитии и состоянии дорог Чувашии в лучшую сторону. По заверению властей, ждать осталось недолго.